Отмечается, что причиной ухода Роналду из клуба стало нежелание ФК предоставить ему контракт на новых условиях. Футболист Криштиану Роналду сообщил игрокам Реала о своем уходе из клуба. Об этом сообщает газета Марка. Как отмечают источники издания, его коллеги знали о вероятном решении нападающего еще до финала Лиги Чемпионов. Сообщается, что причиной ухода Роналду из клуба стало нежелание ФК предоставить ему контракт на новых условиях. Ранее в СМИ появилась информация, что Роналду может перейти в футбольный клуб Пари Сен-Жермен.